И вот оно наступило, самое любимое время властями города Магнитогорска. Время выключать горячую воду. Я, как человек, путешествующий везде и всюду, скажу, что в это время можно, конечно, поехать и в Турцию, и в Египет, и в Таиланд, и в Индию. Есть такая возможность. А можно приехать сюда, в комплекс «Русские бани» на Малиновой. Потому что здесь есть всегда великолепное парение, отличные бани, чистая вода, ну и, естественно, богатырский русский дух. Русский человек, а русскими, я считаю, всех граждан Российской империи, отдыхает по-своему. Не голдливо, не с визгом и ором, а плавненько так, слегка протормаживаясь, романтично и ностальгически расслабленно. Исторически, если даже посмотреть, нас всегда сравнивали со вторым по значимости зверем, медведем, спокойным, мощным. А у медведя любимое место – это берлога или домик, и обязательно деревянный, естественно, ручей с осетрами и другой цветной, а лучше красной рыбкой. А еще он очень любит комфорт и тепло. Чтобы покушать было где, поплавать в теплой водичке, чтобы соловей спел ласково так, не напрягаясь, любимую мелодию, чтобы душа отдохнула и тело. И, надеюсь, это немного по-другому, чем тупая реклама. Потому что с умом. Как и все сделанное в комплексе «Русские бани» на Малиновой, которые располагаются на выезде из города Магнитогорска в сторону озера Соленое. Ну вот, если вы сможете снять «Русские бани» по-другому, то флаг вам в руки. Извините, паримся в парилке. Почему камера не запотела? Потому что пар сухой. Почему пар сухой? Потому что настоящий русский пар. Да. И пот натуральный, и веники свежие. Вот так вот надо жить. Да. В духе русских бань на Малиновой. Париться в дровяной парилке, да. И потом получать удовольствие от последующего массажа. Да. Каждый раз мы приезжаем с Турции и посещаем там хамам. Нам его там напаривают, наваривают 30, 40, 50 долларов. Ну и что такое? Ну тряпочкой нас потерли. Что мы здесь делаем-то? Вот сейчас прямо. Здесь, во-первых, мы удаляем, пытаемся хотя бы некоторую часть удалить шлаков, молочной кислоты из мышц. Потом тот же самый пилинг, что и в хамаме. И березовые веники, это веники-антисептики, облагораживаем кожу. Ну вот у нас, наверное, это вообще актуально в Магнитогорске, да? Пыль, грязь. Ну тут понятно, что ни один металлургический город не бывает чистым. Отсюда можно уйти чистым? Отсюда уходят все чистыми. Ну вот смотри, в хамаме, да? Посидели, нас там потерли 50 долларов. Здесь сколько? Ну здесь в переводе на доллары здесь будет стоить 20-30. 25-30 долларов. 30 долларов. Ну только по-нашему, да, по-честному, по-хорошему. Какой кайф, ребята, просто обалдею. Вообще, скажу честно, каждый день рождения заканчивается у нас вот здесь вот, в русских банях. Ребята, день рождения супруги моей. Начинаем в кафе «Салтан», заканчиваем в русских банях. Вот. И, естественно, каждый день рождения я ей дарю еще и профессиональное парение. А теперь она мне вот подарила, потому что мне недавно исполнилось, извините, 37 лет. Так что спасибо тебе, дорогая Папасяновна. После этого массажа не только кожа делается чистой, но и мышцы освобождаются и приобретают эластичность. Движения делаются легкими, хочется летать. Хрюкать от удовольствия. Ой, какой кайф. А сейчас спою. Не, если Челейкин еще и петь станет, то это все. Я лучше послушаю и порасслабляюсь вместе с вами. Под исконно русский и только наш шансон. Песню души, навеянную исключительным парением и массажом. И, естественно, и обязательно такую процедуру посещения русских бань на Малиновой рекомендую проводить каждую неделю. Дядя Вася отложил радикули, дядя Вася птицам клетки мастерит. Ах, барыга ты, ханыга ты, чума,
это ж птица, Воркута и Колыма. Потрудился, охламон и отдыхай. Ты, наверное, дядя Вася вертухай. Птицы в клетке, звери в клетке, а на воле воронье. Это плач по малолетке, это прошлое мое. Мы кормили в малолетке за решеткой воробья. Небо в клетку, родословная моя. Вот так вот лето на Южном Урале наступило абсолютно внезапно и в начале мая. Да, интересная особенность. Ах, хотел бы посмотреть и показать вам, как осетр вот здесь плавает. Но такого вы, конечно, не увидите нигде больше. С душой все сделано. Классно, качественно. И, честно говоря, ехать-то никуда не хочется. Ни в домик, в деревне. Да даже за рубеж никуда не хочется ехать. Разве только что для развлечения. Потому что можно здесь и позагорать, поотдохнуть. Да, и послушать музыку живую, и покушать. В общем, какой смысл тратить лишние деньги, когда жизнь такая скоротечная? Тем более, что тратить лишние деньги в комплексе «Русские бани» на Малиновой вам и не придется. Весьма демократичные цены. И если вы с компанией сюда приехали попариться, помыться, да, после работы, допустим, после трудного дня на комбинате, то это вам обойдется в небольшую сумму, всего 100 рублей на человека, согласитесь, это не деньги. Что еще здесь можно делать? Здесь можно чувствовать себя человеком с большой буквы. Потому что таких комплексов-то всего два в России. Здесь, в Магнитогорске, и в Екатеринбурге. Так что посмотрите, как все устроено, как все сделано. И становитесь частыми, почетными гостями комплекса «Русские бани» на Малиновой.